Учитель для них не просто профессия, а настоящее призвание. Для кого-то это становление в новой специальности, для многих – продолжение семейной династии. Но для всех это дело жизни и невероятное удовольствие от своей работы. Юлия Ковалева – учитель истории. В прошлом году она подготовила 11-классника Даниила Агаларова к ЕГЭ, и он сдал ее предмет на 100 баллов. Мы с ним участвовали в Олимпиадах. Хочу всем посоветовать. Участие в Олимпиадах обязательно. Просто когда ты участвуешь в Олимпиадах, выполняешь эти задания, когда приходишь на ЕГЭ, видишь задания ЕГЭ, они для тебя уже не столь страшны, как их малюют. По первому образованию Юлия Александровна – юрист. Она работала по профессии, занималась маркетингом, а потом поняла, что хочет учить детей. Когда-то преподавательской деятельностью занималась ее мама. Юлия Александровна выбрала лучший вуз, лучшего преподавателя и после окончания института пришла работать в 17-ю Одинцовскую школу. Добрый день, присаживайтесь. Юлия Ковалева преподает не только историю, но и мировую художественную культуру и обществознание. Она уверена, что эти предметы тесно связаны. Мы, когда готовим с ребятами какие-то проекты, то у нас получается все вот вокруг истории, такой больше архитектуры, наверное. Еще одна ее выпускница Анастасия Яковлева настолько увлеклась ее предметами, что поступила в Суриковскую академию на архитектора. В будущем девушка мечтает реставрировать здания, фрески и монументальную живопись. И даже сегодня на встрече с любимым преподавателем Анастасия вручила Юлии Александровне подарок, сделанный собственными руками. Шкатулка, выполненная из фанеры. Спасибо. Это именно хотелось соединить две составляющие вашей преподавательской деятельности. Это история и искусство. Да. А вот Ирина Егоровна Шевченко, учитель географии 2-го Одинцовского лицея, ни дня не сомневалась в выборе будущей профессии. Вся моя семья связана с учительством. Мама работала учителем очень долго, 49 лет она посвятила школе. Сестра, дядя, так что особых метаний выбора их профессии у меня не было. Я сразу решила быть учителем. Ирина Егоровна настолько увлечена своим предметом, что ее выпускники выбирают его путеводной нитью для своей взрослой профессиональной жизни. Илья Сатиров в детстве любил изучать страны и их особенности. Уроки географии еще больше заставили его полюбить предмет, и сейчас он учится на 2-м курсе географического факультета МГУ. Трудностей не возникло при поступлении в университет. Я успешно сдал все свои экзамены. Также я сдавал вступительные испытания и успешно поступил, пройдя конкурс. Еще один выпускник Ирины Егоровны – Александр Скрипченко. Он уже преподает географию в одной из московских школ. Буду классное руководство, так же, как и вы. Дети большие, у меня 7-й класс. Проектной деятельностью занимаемся тоже все по географии, по экологии. Занимаем первые места на школьных этапах. Родные дети Ирины Егоровны тоже выбрали профессию учителя. Дочь преподает в Одинцовской художественной школе, а сын окончил колледж архитектуры и строительства и там же остался работать. Похожая история педагогической династии у Оксаны Валерьевны Шкардун, преподаватель иностранных языков в 1-й Голицынской школе. Все мои родственники практически учителя. Моя мама – учитель истории, моя бабушка была учителем русского языка и литературы, папа мой был учителем физики и математики, астрономии, черчения и труда для мальчиков. Тетя моя преподавала немецкий язык. Ну, тут выбор, мне кажется, очевиден. Оксана Валерьевна, как и многие учителя, ищет нестандартные подходы в обучении детей. На уроке поют песни под гитару, ставят спектакли на английском языке, а еще в классном кабинете есть талисман. И это мистер Фокс. Он присутствует у нас на уроках английского языка с Оксаной Валерьевной. Начиная со 2-го класса, он нам всегда помогал объяснять какие-то темы. Из-за него многие поняли английский и полюбили его. В 2005 году Оксана Шкардун победила в конкурсе и стала членом клуба «Педагог года Подмосковья». Тогда же была выпущена книга о семейных династиях учителей. Учительские династии Подмосковья. Как раз в тот год, когда я участвовала в областном конкурсе в 2005 году, министр образования Лидия Николаевна Антонова, она внесла предложение такое, чтобы создать книгу «Учительские династии Подмосковья».
В ней рассказаны и истории семьи Петровых-Шкардун. Мама Оксаны Шкардун Людмила Ивановна работала в Голицынском интернате учителем истории, а позже и в 17-й школе. Бабушка Анастасия Ивановна Петрова 20 лет там же преподавала русский язык и литературу, а отец Валерий Корнеевич был учителем физики, математики, астрономии, труда для мальчиков и какое-то время был директором интерната. А вот Александр Петрович Шутиков директором Захаровской школы стать не планировал. Он окончил Московский станкоинструментальный институт, получив отличное инженерное образование. Учителем не хотел становиться, глядя на маму Тамару Васильевну, которая преподавала немецкий язык в Захаровской школе. Поздно приходила с работы и продолжала проверять домашние задания и готовиться к урокам. Но когда мама уже была директором, временно пришел на работу трудовиком. С мальчишками работала, конечно, она втянула сразу. Она затянула, потому что, наверное, это все-таки наше было. И мы с ребятами за год, вот они ничего не умели, мы за год сделали очень много. К нам приезжали со всей области, интересовались нашим опытом. После этого в школу пришел работать и младший брат Александра, Андрей. Он также окончил станкин и не собирался быть педагогом, однако стал учителем физики. Потом был директором Центра детского творчества, затем лицея-интерната в Ершове. А Александр Петрович в 2001 году сменил свою маму на посту директора Захаровской школы. Руководит он ей и по сей день. Сегодня в школе создана домашняя обстановка и действительно комфортные условия для учебы и дополнительного образования. Александр Петрович признается, что в его роду уже лет 200 есть учителя. Супруга Ольга Алексеевна также работает в Захаровской школе преподавателем английского языка. Педагогами стали и обе дочери. Старшая Екатерина работает учителем младших классов, младшая Анна учит ребят иностранным языкам. Помимо того, что это, конечно, тяжелый труд, это очень колоссальное удовольствие работать с детьми. Все эти преподаватели разные, и у каждого своя история и свой путь. Кто-то с детства чувствовал призвание и шел к цели, для других это взрослый осознанный выбор. Но их, вдохновленных профессией, точно объединяет одно – любовь к детям и желание развиваться в педагогике, которая стала для них делом всей жизни.